Так, ну что, мы продолжаем наше путешествие из лагеря сопротивления. Наиграно уже почти 9 часов. Сенсей на месте. С возвращением, Ганфайдер. Да, решили в НИР пойти, так как все-таки вчера больше времени было уделено Дисгае 5 и меньше времени уделено Ниру, то решили немного сбалансировать это самое. Поэтому первый стрим был по Секиро, второй по Нир. Не знаю, на третий, наверное, мне уже сегодня стрим не хватит. А если хватит, то может быть на пару часиков Дисгае запущу, посмотрим. Добрый вечер, Алекс. Как твой день? Как пятница? А покажи мне свои чипы. Сейчас покажу. Но не подсказывать не забывай. Не подсказывать. Так, вспомнить бы, где эти чипы. Здесь чипы. У меня чипы... такие. Ну, это понятно, это всякие начальные чипы. Пушок у волны себе поставил. Мне что-то заинтересовало. А, кстати, куда тогда стоит у меня неплохо. Так. Увеличенный шанс выпадения предметов и автоиспользование предметов. Чипоис. Не-не-не-не, все, без подсказок, ничего не делаю, нет. Ничего не буду убирать, все. Это потом. Только когда один раз игру пройдем, тогда будем что-то уже это делать. А пока нет. Пока ничего. Цаки, Москва просто стоит на 10 баллов, пурга, метель, даже мой средний город встал, фуры не могут двигаться, а так все, охренеть, да, я смотрю тоже, блин, за окном там вообще пипец какой-то творится, я сегодня даже никуда не выходил, страшно, но в магазин надо будет пойти, блин, хотя бы хлеба закупить, хлеб у меня закончился. Так, этих мы все получили, ты решил пока не расширять буфер, пока, я пока вообще ничего не знаю там, что как делается. Если имеешь в виду буфер, имеешь в виду расширять этот место под чипы, то я уже расширял его. Видишь, чипов-то много стоит. Так, у тебя ничего нового не появилось, правильно? Да, пока, значит, ничего не беру нового. Пошли посмотрим, что еще здесь можем получить. Все эти сайты... Нифига на мне бегает теперь, а? Я вроде не ставил ее ускорение на бег, а бегает, как я не знаю кто. Так, что у меня вообще по карте? Ага, я здесь. Здесь непонятно что. И около входа в пустыню, да, получается, да. Лагерь входа в пустыню. И что-то в самой пустыне. Это же пустыня, да, это пустыня. Что-то еще в самой пустыне происходит. Так, а это у нас что? А это у нас вообще где? В пустыне, да, рядом с пустыней. Деревня Паскаля, туда тоже надо будет вернуться потом. Лахоня Жан-Поля. Ну вот я покупал, да, я их покупал. Если ты о них спрашивал. Да, с картой тут, конечно, проблемки есть. Я, по крайней мере, не очень хорошо на ней ориентируюсь тут. Не, ну я понял, что к чему, но все равно. Даже есть, как она есть. Посмотрим, в том здании. А, ну это рядом с зданием, где мы начинали, да? Поищи. Ну, почему прям не нужна? Хотя бы, чтобы ориентироваться, что куда. Скорее всего, это сверху там было. Так, это, ну, это начальное здание. А здесь мы на мост не сможем подняться, наверное. Не, локации, да, локации легко, это нравится. Есть такое дело. Но я пока всего наиграл совсем немного. Считай, одного серьезного босса убил, поэтому... Запоминать и запоминать. Блин, бегает она, конечно, жестко. Конце человечества, сообщение всем бравым, храбрым андроидам.
machine life forms attacked us. О, да, это прошло уже много лет с тех пор, как машины напали на нас. Да. Время спустя людей силой вытеснили на Луну. Но, да, благодаря вам, наши бравые андроиды, мы смогли выжить. Да, наши солдаты, последняя надежда человечества. Да. Ну это же было уже сообщение такое, вроде как, нет? Вроде как было. Вкусных тоже. Не-не-не, нет. Никаких подсказок. Нет. На первое прохождение без подсказок. На второй, когда я уж там буду потихонечку собирать, уже там можно будет подсказки давать. Так, а скорее всего там уже много чего найду. Но на первое не. На первое нельзя. Совсем нельзя. Ну прям, если, знаешь, вот прям, если вот пробегу мимо и просмотрю, бывает на такое, вот прям, знаешь, так вот пробежал, здесь, опа, здесь, например, секретик, тогда еще так можно. Но если прям, это то, что вот туда иди, туда, там у секрет, такого нет. Таких прямых нельзя. На второе. Нет, не в курсе. Приветики, морфинчик. Я когда не знаю, как у меня первое прохождение будет. Поэтому даже не знаю, кем оно вторым будет. Я пока ничего не смотрел. Главное сначала один раз игру пройти, а потом уже можно будет думать, какой у меня будет вторая. Ну, какой будет вторая концовка, кем будет прохождение. Ой, фу, блин, по привычке начал кружок нажимать на. Как в Секиро. На увороты. Бывает же. Так, карта обновлена. Сохраняемся. Сообщений. О, есть. Опять, да. Да, прошло столько-то лет, да. Все еще наши юниты сообщают о форме жизни, да, машина. А, мы также слышали об андроидах, которые вроде как за мир во всем мире. Короче, главная миссия, да, нам освободить землю от машин, блин. Типа не дайте себя обмануть. Люди не доверяют машинам до сих пор. Организация, когда в пару бежишь, можно сразу вперед бежать, и там будет лестница. Вот она у меня, эта пуха. Я ее подобрал. Я ее сам нашел. Я ее нашел. И вот такие подсказки нет. Их не надо. Такие подсказки. Так вот, если я прям мимо пробегаю и пропускаю, тогда еще можно там успеть сказать. Там, если я там недалеко, то я там сбегаю, подберу. Если я уж где-то из какой-то локации ушел далеко, и все как бы. О, это походу мое тело, да, мое тело. Вот она, моя катанка. Вот она. Вот она. Хе-хе-хе. Ну-ка. Отлично. Покажите мне вообще ее. Ей толком-то не. Не пользовался, как подобает. Weapons. Блин, но. Стоп, подожди, сейчас я запомню, какой мне лучше. Так, это такой. И такой, да? Так, а этот у нас копье кода. Ну, блин, нет, такой удар мне не нравится. Хотя он тоже хорош против противников, чтобы издалека их убивать, но. Но. Блин, тоже, конечно, хорош, но. Раз, два. Но это, мне кажется, получше будет, не? Да, ставлю такой. Да, значит, второй мы поставим себе меч. Меч. Тяжеленький меч, тяжеленький меч. А сюда мы ставим катанку. А сюда мы ставим большую катанку. Отлично. Смотрим. Да, только просто использовать. Да, я уже сказал об этом, да. Хорошо. Просто что больше там, может, ты и юзаешь. Ну и не скажи. О. Нифига себе на прыжочек делает, да? Ну-ка. Жопкой светит, а? Видите, блин? Опа! Неплохо.
Я хоть свой труп нашел, да? Ну-ка, что там, что там? О, аптечки. Вот это хорошо. Ух, как хорошо. А, это, наверное, слишком много, да? Я не могу подобрать. Ни хрена, сколько все. Это все мне дают за ту миссию, да? А, Амазараши. Понятно, голова Амазараши слишком много, да? Юху! И все, только эту штуку дали. А как же там опыт, все дела, не? Что за Амазараша Хэт? Ну-ка, что за голова Амазараша такая? Ага, все, понятно. Можно только по одному ключевому предмету носить с собой, да? Ну ладно. Ну ничего страшного. Ничего страшного. У меня уже есть голова Амазараши. О, как сейчас. О, поперло, поперло мне. Так, а давайте-ка проверим, да? Мы же. А, или мы. Стоп. Тут, наверное, закрыто все будет, да? Или можно попасть? Проверим. Сим-сим, откройся. Может быть, новые пути открыты теперь? Нет. Закрыто. Есть ли смысл потом сюда вернуться? Ну-ка. Чё карта нам скажет? Здесь что-нибудь осталось пока? Нет. Что-то есть. Походу, да. Походу, по квесту. Потому что, судя по карте, в этом здании как раз-таки задание находится. Так что думаю, что возможно, все-таки по квесту. Уф. Что за задание? Так, активные квесты. Так, Меланхолия Жан-Пола, потерянная девочка. Она в пустыне у нас, соответственно. Так, от менеджера реквест. Ага, музыкальная шкатулка. Так. Искать тоже пропавшего друга. Ага, захлопнул зверь в этом. И Андрей капал. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Принести предметы парочки андроидов, понятно. Даже не знаю. Походу, у меня нет, да, квеста в этом. Ну, а по карте такое ощущение, как будто есть. Да? Ну, просто видишь, вот судя по карте, здесь что-то у меня есть. Но где конкретно оно? Не понимаю. Где-то внизу, походу. Сейчас быстренько сбегаю, куда я думаю. Блин, по привычке забыл уже, что они здесь будут. Это я выше поднимаюсь, а вниз там не будет, а у меня прохода. Опа. Хотя ладно, потом еще сюда еще придем. Ждать что-то, блин, сейчас опять сюда возвращаться в эту локацию. Крутой уже нашел, что ли? Какой? Шоковую волну? Да, я себе их несколько поставил. Нет. Оп, тут, 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 тут. А ну. Я себе 3 или 4 этих волны поставил в итоге. И прям мне нравится пока что. Да, прикольно. Ну тут, слушай, не только, блин, на начало. Здесь так и так люляй раскидывают. Меня тут убивают надо с 2-3 ударов, а босса с одного. Поэтому, блин, такая штука мне полезная. Была бы она раньше, я бы, может, побыстрее прошел оперную певицу нашу. А пошли новую локацию посмотрим.
сюда мы еще вернемся потом. Вообще странно. Вот оно в этом здании, походу. Только может. Не знаю. Что нам сюда мы еще точно вернемся. Точно, говорю, вернемся. Поищем. Блин, почему ты не перепрыгиваешь, а? Так, что у нас тут? Железная руда. Это хорошо. Бомска, дальше куда идти? Мало урона у нас забивает, но сотов мне не зашло. Приветствую, Данк Ми. Добро пожаловать на стрим. ДПС и вампиризм. Пока я еще такого ничего не находил, поэтому. Ну тогда уже буду смотреть наверняка. Лучше тут выживать побольше. О, блин, да, реально начинает быстрее бежать. Ну классно, да, вот этот вот опустевший город, блин, заброшенный. Это круто. Ты чё, блин, а ну-ка. О, ещё один бегут. У-ху! Это я вовремя от этого дерьма увернулся. Все могло закончиться иначе. Мог меня просто раздавить. Так. Ничего больше нет, да? На вебриз должны были под. Не знаю, может быть от выбора сложности еще и меняется шанс выпадения предметов. Но вроде как ничего такого мне еще не падало. Ну, может, пока не видел, еще посмотрю потом. Там сейчас не принципиально. Так. Мне нужно на крышу на эту. А потом каким-то макаром на вот эту. Вон. Как мне туда попасть? Отлично, получилось. Чё? Ты чё? 20-й! Ну ладно, я... Я понял, что он меня с одного удара, походу, убьет, если я попаду под него. Да! О, отвлекай его. Тихо. Все равно страшно, блин. Хоть он вроде как легко умирает, но... Все? Даешься или подлизываешься? Хе-хе-хе! Не так быстро, да. Нормально. Я монах-воин, отец серва. Я ищу... Понятно, свой путь. То, чтобы... Ну, короче... Еще лучше сражаться, да, достигнуть совершенства в битве. Отец серва? Ребятки, да, вы достаточно хороши. Не хотели бы составить мне компанию, да, в моем путешествии? Ну, не уверен, да, что мы сможем помочь машине с боевыми тренировками. О-хо-хо-хо, да. Вы боитесь неизвестности? Юный господин. Не, о чем это ты? Отец серва знает ваши секреты. Вот ваших боевых навыков. Я не знаю, Туби. Звучит очень-очень подозрительно. Помочь ему, да? Ладно, поможем ему. О, да, небеса улыбнулись отцу серва. Давайте, да. Построим спарринг. О, боже мой. Так вот, спарринг со всем серва. Мне хорошо, что можно атаки себе прерывать, а? Если бы еще атаки нельзя было прерывать, это была бы задница.
Тихо. Не подходи, я туплюну. Блин, ну ладно, попал все равно. Отлично. Достаточно! Достаточно! Да, не думал, что вы такие крепкие ребятки. В любом случае, приятно было с вами поработать. Классно, да, не правда ли? Да, ребятки, теперь оплату за уроки, да. Фига себе, надо что-то тебе принести. Чего? Эй, ты ничего не думал? Ничего не говорил на тему оплаты, да? Эй, мы же привели спарринг, не правда ли? Вы обучились многим штукам, да? Что, ребят, давайте-ка. Чего вы ожидали, что это будет бесплатно? Боже мой, да. Вы должны привести мне одну детальку из динозавроподобного робота, который ходит здесь неподалеку. Да. Принесите, оставьте ее здесь. А у меня есть этот предмет? А, отлично. Теперь можем добраться... Ну, начать новую тренировку. Боже мой, автомата? Да, Флоун, автомата. Мы вчера 6,5 часов поиграли в этот, в Дизгаю. Надо немного чередовать. Не знаю, если мне сегодня на третий стрим хватит, то я, может быть, еще запущу после этого Дизгаю. Но обещать не буду, потому что не знаю, честно. Я вчера просто никакущий был уже после третьего стрима. Я еле уже отсидел до конца. И свалился без сил. Еще же забрал? Да, меч забрал. Там падает. Деваться от них. Пистолета, пулемета, гранатомета. Саунд просто шикарен. Саунд, да. Я, конечно, 100 часов ставку посмотреть. О, да за плату. Да пошел ты со своей платы, а? Да, конечно, да. А, награду дождали, нифига себе. Еще. А, вот. У него приготовления идут. Ну ладно, готовься. Оп, тихо. Я, кстати, не помню динозавроподобные машины, чтобы мы их убивали, а? Он сказал, что типа здесь ходят динозавроподобные машины, из них можно настоящие компоненты вытащить, но я не помню такие машины. Че, он уже приготовился, что ли? Ладно, пошли в пустыню. Это никакущий, отдыхай. Ну мы вчера, кстати, очень хорошо в Дизгайо поиграли, прям, мне понравилось. Так что да, Флон, тоже за Дизгайо большое спасибо. Вон, Морфинчику спасибо за мир. Оставь меня. Я сказал, что я больше, блин, с вами не работаю. Опа. Чё у них там? Разборки. О, это ты. Эй, спасибо, да, что обезопасили нам путь в пустыню. Морфинчику за Нир, Флон за Дизгайо. И то обе замечательные игры. Ну, блин. Нет, такого мы ничего покупать не будем. Я бы готов. Не обязательно с них, главное лутануть, ну понятно. Я просто не помню такие машины. Так, у тебя что-то... Ой, пардонте. Эй, приветик. Я просто, слушай, игнорирую этого самовлюбленного глупца, который отказывается помогать нам с работой. Видишь, я хочу поизучать поведение андроидов во время битвы, да. Нужно записать боевую информацию, так, из новейших моделей, да, чтобы больше всего узнать. Как думаете, вы сможете нам помочь? Отлично, да, хорошо, спасибо, я тебе туда недалеко here, отсюда. Follow me. All right, see that jerk over there? I need видите, you to get combat там, data for him. Да, мне нужно, чтобы собрали с него Science боевую дату. This,
Да, наука заплатит вам за все это, а теперь сражайся. Охренела совсем, а? Здорово, Капуфти. Миссия завершена. Нифига себе, я, кстати, контратаку впервые сейчас только что провел. Получается, если ты делаешь идеальное парирование, то ты можешь после этого контратаку провести крутую. Неплохо, неплохо. Эти еще за девятижопого играть. В смысле, за девятижопого? За какого девятижопого? А, за 9S. Все, все, все. Я до меня долго сейчас доходило. Опять Андрей здесь, блин, валяется. Сколько можно, а? Что Андрею здесь прям не повезло. Валяется и валяется. Так, ну что, ты довольна собранной информацией, а? О-о-о, это было превосходно! Эй, ты знаешь, что, блин, андроиды чаще всего проявляют такие же схожие эмоции, как у людей. Насчет любовь. Так, понятно, да-да-да-да. Угу. Да, это чуть немного романтично, тебе так не кажется? Нет, не кажется, блин, да. Роботы, которые пытаются любить как люди. Что ж, у меня все еще недостаточно данных. Как думаешь, сможешь мне помочь еще? Да, давай, хорошо. Это вот, это, об этом я и говорю, круто. Окей, да, отлично, теперь с этими тремя засранцами. Ага, без получения повреждения. Угу. Надо. Давай, время бороться во имя науки. Ух, сейчас я чувствую, получу, а. Ух, я чувствую. Я тебя не вижу. А где я? А, вон он, я. Шо, вон. Сейчас, ребят. Где я? Блин, я себя теряю. Я себя теряю. Тихо. Главный урон не получили, да? Отвяньте. О, одного уже, наверное, спугнул. Вот так вот, вот так вот, и сюда. Твою налево. Да, это было жалко. Ну да, я имею в виду, так классно начала, и в итоге, да, так и ну, закончил. Давай, попробуй снова. Пипец. С одного удара мне полтора косаря сняли, а? Ладно, забрали, блин. Атакующий чип. Сейчас мы им накостыляем. Нормально все. Нормально, согласиться, да. С засранкой. Отлично, погнали. Погнали, погнали. Так, а почему сейчас у меня, кстати, контратака не работает, да? Может, я просто не понажимаю? Так, на последнем можем попробовать, кстати говоря. Контратака. Может, с двумя опасно? А, ну с вами. Так. Видели, как я, а? Все, да, миссия завершена, отлично. Так, стоять, предметики. Ничего не оставим позади, все подбираем. Да! Блин, мне нравится, как вы, ребятки, из Йорха работаете, а? Спасайте только на всю эту информацию. Кстати, так, говоря о вас и Йорха. Я удивлен, да. Какие вы. Какие ваши модели интеллектуальные, да? Интеллектуалы. Да, я думал, чтобы вы модели, блин, меньше думают, да. И больше убивают. Фух, ну ладно, да, все славно. Все очень хорошо. Все. Больше не надо никаких. Больше. Мне нужно больше информации! Ребятки, помогите мне. Слушай, она издевается, а? Это First Run, да, Флон. Я же говорю, это первый прохождение, поэтому никаких спойлеров, ничего не. Иначе по жопе получите. Мне все еще недостаточно, да? Ну ладно. К
кто там? Ага, победи всех врагов за 30 секунд, понятно. Во имя науки сражаемся! Хорошо, что не надо... Чего? Миссион фейлд. Все, меня уделали. Укокошили. Укокошили. Так, а как далеко я от сохранения? Я же не... Подожди, я сохранился нормально, все, я с ней сохранился рядом. Ты на их уровень? Ты глянь, кстати, да, я на уровень не посмотрел. Ну, блин, как-то меня прям хорошенько сейчас уделали. Прям. С одного. С левого коронного, с правого похоронного. На харде, конечно, да. Хайль хард, все дела. Так, мне нужна, да. Экипировка, да. Так, левел ап 13, да. Опыт получили, чипы получили. Так, о. Нормально. Так, у них там уровень, кстати, был, да. Ну-ка, давай, когда я согласен, да, помогу тебе убить врагов. Двадцатый, да. Блин, я, наверное, не успею. Хотя, может, успею. Если на мест не будет тупить. Не успею. Ай, секунды не хватило. Эй, давай-ка, блин, соберись. Блин, ну 2 секунд мне где-то не хватило. Сейчас попробуем. Блин, да. Она назвала меня бесполезным. Ах ты, срань господня, блин, а? Она назвала меня бесполезным. Ты мне поможешь? Нет, но какой же ты бесполезный. Где я, блядь? Да куда ты стреляешь? Вот с этого экрана очень неудобно это делать. Не успею, да. Не успеваю. 2 удара я могу, короче говоря, принять на себя. 2 удара. Так, думай, Гоха, думай. Как бы получше. Можешь попробовать копьяцом? Ну-ка, давай-ка. Да, ну не, ладно. Потом. Потом, что-то как-то, блин. Не прёт. Мешкал XP. Моя играть. Она... Да, она почему-то пропала. Она почему-то пропала. Видимо, из-за того, что я подобрал опять все эти свои чипы. Они пока обновились. Никита, привет, привет. Попробуем другую миссию пока что в пустыне выполнить. Да, у нас реально персонаж засранец, блин, а. Не зря его Джекас зовут. Так, где мое тело? Отлично, да, вернуть, экипировку вернуть. Супер. Так. Дальше в пустыне, да, продвигаемся. Прошел парк, потом в деревне был, после этого сюда. Да, я прошел парк развлечений, был в деревне Паскаля и вернулся сюда. Здесь квест лишь появился тоже. А где машина-то? Так. Давай, просто не... слушай, прямо здесь еще что-то, да, есть, да. Там что-то есть, смотрим. Там поменять костюм для ГГ. Меняем костюм. Пока что можем менять только голову. Пока что у нас только голова есть. На какую меняем голову? Такую или такую? Глазики? Или не глазики? Вот в чем вопрос. Это
костюмов пока нет. Глазастую, давай глазастую. А, стоп, это не для меня, это для моего пода. Ну ладно, глазики-то пока ставим вместо пода. Пока что глазики. Так, а что там вообще у нас как? Сюда, так, да? Пошли. Пустыня, глаз, так, костюм. Костюм только на голову себе могу пока что этот, походу, маску робота экипировать. Морфинч сказал, что пока мы там не дойдем до определенного момента в игре, мы не сможем костюм поменять. Как бы они у нас вроде как есть, но их как бы нет. Бегом. Приветики. Проверка. Паскаль? Это ты? О, Наймес, да, это я. О, да, ребятки, тысячу извини за такую спонтанную... Да, я слышал, что вы ищете потерянного ребенка, да? Да, если так, то пожалуйста. Ребятки, сделайте мне одолжение, найдите побыстрее эту девочку, она такая миленькая, и она так много значит для своей сестры. Она должна быть где-то в этой пустыне. Да, хорошо. Большое вам спасибо. Пожалуйста, будьте осторожны, ладно? Так, мне тоже не нравится. Какого хрена мы должны быть осторожны? Чувствуется, мне в пустыне сейчас какая-то жопа будет. А если будет жопа, то я бы хотел сначала туда сходить и активировать сейф на всякий пожарный. А юбочку нельзя. Ну, юбочку снять, но слушай, это прям... Это порнография. Ё-моё. Прям порнографию хочешь устроить тут на стриме? Да, юбочку снять, все дела. Юбочка на порнхабе. Не, мы тут один раз уже юбочку снимали. Попка щеголяльная. Почему-то, блин, в юбочке попка выглядит поинтереснее у нее, чем без юбочки. Не знаю почему. Но как-то она более реалистично, что ли, выглядит. Так, quick save. Все, отсюда теперь можем, если что. Ух ты, а там что такое? Ладно, потом. А, это домики такие, да? Это крыши домиков. Ты мирный? Нет, ты не мирный. Ты не мирный. Стреляй по нему, стреляй! Так всегда. Поп, на которого Тара продает больше полигона, чем на всю остальную игру. А теряется эстетика. Смотри, как она быстро... Смотри, как быстро бежит. Блин, это... Ну реально, кстати, Metal Gear Solid Phantom Pain. Он также по Афганистану бегал, блин, а? Он с такой же скоростью по... Блин, охренеть, а. Да, в этой игре больше с Metal Gear, чем у самого Metal Gear местами. С пятой частью. Подлюбка всегда хуже больше, чем друг без нее. Да, тру. А где вокал? Почему без вокала музыка сейчас, а? Я требую вокал. Это же... Я хочу домой! Сестренка! Где ты? Сниф. Не плачь, боже мой. Эй, приветики! Ты самая машина, которая пришла сюда в поисках нужных частей, да? Эй, кто вы такие? А твоя сестра попросила нас найти тебя. Она, правда? Да. Ну что ты скажешь, не хочешь отправиться домой, а? Да, я так напугана. А чего ты напугана? Иди домой, right. Всё. Давайте отведем ее обратно в деревню Паскаля. Я как-то потерялась. Я искала части для моей сестры, и потом, да, я так испугалась, я больше не могла двигаться, и... Так вот, паника. О, да ладно, тебе не плачь, а?
Эй, ты ведь нашла то, что тебе нужно? Да, она ведь счастлива, да? Да, она будет счастлива, да. Я думаю, она будет намного счастливее, если ты вернешься домой в целости и сохранности. Хорошо. Пошли. Блин, пипец, нам еще теперь сопровождать ее надо, а? А что она так... Она бегать не умеет? Ё-моё, а я хочу домой, сестра, где ты? Ёлки-палки, а. Мы теперь с вами нянькой будем, да? Эй, мистер! Почему они создали эту пустыню? Никто не создал пустыню, да, это просто небольшая территория, в которой нет никаких растений, да. Ну, короче, такой дело. Грязь, да. О, мне нравится земля, да. О, ё-моё. Это кто создал пустыню, а? Почему они ее создали? Ты кого? Она где? Ух ты, ё-моё. Чё, опупел? Ух ты, ё-моё. А чё контратаки не было, а? Ну, чё вон? Щенок белогубый, а? Видишь, какой. Молоко на губах еще не обсохло, но андроидов уже лезет, а? Ничего святого нет. Эй, мистер! Откуда дует ветер? Ну, ветер — это обычная сила, которая изменяется из-за атмосферы и температуры. Ну, слушай, это очень сложный вопрос, когда я об этом задумался. И я думаю, он очень глубокий. Ну типа да, откуда же на самом деле начинает дуть ветер? Эй, Туби, как ты думаешь? Не знаю, меня это не волнует. Откуда берется ветер? Боже мой, реально с ребенком связались. Откуда берется ветер? Как, почему он дует? Ну-ка, сюда. Оп, кавабанга. Это как? Ну-ка. Все, как это было? Ну-ка. Подожди, а как получилось так? О-о-о, неплохо. О-о-о. А если я так сделаю? Ага. Вот, короче, в начале прыжка можно эту штуку делать и вот так вот залетать. Эй, мистер, откуда берутся дети? У машин не бывает детей. Даже у андроидов тоже. Ну да, ну как их делают, а? Ну, Туби, мне нужна твоя помощь. Эй, ты же с ней общаешься, так давай работай. Эй, мистер, подождите. Вы должны сказать мне, как делаются дети. Боже мой, как поздно, а? Давай-ка побыстрее отведем тебя домой. Откуда берутся дети, а? МГС-5 так и не... В смысле не добил? Добил. МГС-5 добил. Я платину, но МГС-5 не добил. А сам МГС-5 ему добили на стриме давным-давно. Чё это план? Добили. О, это чё такое? Ни хрена, он летает. Это срань летает. Ой-ой-ой, у него броня упала, да? А. Так, Майонез, на помощь. Сейчас, ребят, сейчас почитаю. Смотрите, хоп-хоп. Ух, полетел! На колени, робот. Бробот. Уделали на холодец. Это неплохая идея. Не-не-не, мы МГС добили. Добили. Сестренка пустичества Янгбладе. Вот мемы. Тубутя. Ля как бомбит, а? Откуда берутся дети? Гоха. А базу мы не достроили. Да, с базой у нас там небольшие проблемки были. Блин, да, пипец. Вот ты вообще вспоминаешь, а? Стримы, которые были в каком? В 15? Нет, подожди. 16-17 год у нас, да, Metal Gear Solid. Я знаю это место. Да, отсюда я могу добраться до дома сама. Фух. Спасибо, мистер. И спасибо, да, молчаливая леди. О, да, вы можете взять это. Спасибо. Классно, розовую ленточку. Какая красота. Пока-пока. Иди отсюда.
угрюмая леди, говорит, да? Блин, какие у них классные сапожки, а и чулочки. Уф. Да, да, и не забудьте вернуться в нашу деревню и рассказать мне, откуда берутся дети. О, боже мой, да, на НС. Да, это было утомительно. Пипец. Пипец. Так, розовая лента, давай-ка. Может, сможем ее на себя напялить, а? Кот, приходи, поиграй со мной, да, расскажи, откуда берутся дети. О, вон тебе костюм поменяли, смотри. А? Как тебе? Человек, который покажет, откуда берутся дети, это, видимо, не туби. Так, ну, надо об этом позже. В общем, да, придется мне Джедай Ордена начинать новую игру. Блин, это отстойно, конечно, если нельзя так просто взять и вернуться куда тебе надо, чтобы там забрать информацию о монстре. Хреново, не забудь мне рассказать, неплохо. Так, что у нас еще здесь из ближайших локаций? Тут ничего. Есть вот здесь, да? А, Меланхолия Жан-Поля. Ну пошли, ладно, раз Меланхолия Жан-Поля. Погнали. Иху! Беги быстрее, 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 быстрее. Еще быстрее. Еще быстрее. Мэмна симпатяга теперь. Он как бы считается, если он не засканился, то пип. А как он, а как получилось так, что он не засканился? Вот ничего интересного. Уху! Ребята, ребят, в очередь. Ни хрена себе. А может они хорошие были, а я их укокошил. Да не, глупости какие-то. Какие хорошие, о чем это я? А хилки почему не юзаю? Потому что хардкор. Жалко мне пока хилки тратить. Оставлю их на потом. Я вот хочу посмотреть на стриме. Тут даже на стриме, да, у тебя он не записан? Блин, интересно. Уху! Где вокал? Почему вокала нет, а? Опа! Серебро. Чё ещё? БД не строил. Ну, может быть, это я уже не знаю, честно. Может и такое. Это пустыня. Во! Ух, какая красивая песня. У меня аж в душа поет, а. Ладно, извиняюсь. О, что? Well, excuse me, princess. Урод. Ребят, я не хотел, простите. Я привык, вижу машину. О, пошли снаружи, да. Блин, прости, приятель. Чужак. Почему ты здесь? Приветики. А? А, вы же пришли сюда из деревни мастера Жан-Поля, да? Да, я могу сказать, да, я чувствую, как тебя пахнет. Ладно, это очень странно. Да, Жан-Поль великолепный. Нам передает нам новые знания. Да-да. У вас совсем другой взгляд, не то, что других. Ну, не совсем. Ну, ладно, ладно, но... Да, я нашла кое-что, что сегодня что заинтересует мастера Жан-Поля. Да, пожалуйста, да, передайте ему это, да. Побыстрее. Блин, я чуть их не отфигарил здесь, а. Вам повезло, ребят, что я вовремя остановился. Клепаните кто-нибудь, как поет, не надо. Не надо. Все, что происходит на этом стриме, должно остаться на этом стриме. С телефона неудобно. Ближе к концу. Ух, ё-моё!
Ох, чужаки! Вот что хуй, мана. Вот так вот. Вот что! Убить! Вот, о, хорошо, как, а? Всех отпесочили здесь. Сука, нас год! Теперь это становится более крейгазмовой. Да ладно, блин, я ж классно пою, чё вы, а? Еще классная песня была в Транзисторе, тоже чем-то напоминает. We all become the one. Я думаю, вы поняли, о какой песне говорю. Так, все, да, здесь все. А я могу, в принципе... А, блин, это ротация у карты такая. Подожди, а это? Вперед налево, да? Вперед на... А я смогу туда попасть? Что-то не уверен в этом. Ну ладно, проверим. Это вот так вот надо будет идти через тот проходик. Понятно. Все так завидуем. Свет летает. Так это же первое прохождение у меня автомата. Подожди, а почему я не могу туда попасть? А неужели там все заблокировали, а? Если что, в тот же первый мир я очень-очень давно играл, ребят, поэтому... Я даже сейчас не все отсылки там пойму. По-хорошему, вообще его перепройти надо будет. Так, ну чё, кого тут убить, блин, а? Вы хорошие? Нет, я понял. Вы плохие. Тихо. А, ну, ша, мама сказала, ша. Ох так, вот это я понимаю, а. Всем лежать. Так, у меня один спрятался здесь. А, вот ты где спрятался, а ну-ка смотри. Оп, полетел. Уху, да, слушай, классный прием, а. Вертолетик, левел ап. Ну вот зачем аптечки, когда можно левелапаться, а? Все подберем. Меня, можно меня? Тебя припесочить, да? Грязный извращенец, а? Так. Шую. Заберем шую. Вернем шую. Фака. А фака пойдет с нами. Фака. Да, я. Это возвращение с моего второго имя, да? Азиат останется здесь. Я как поет, да? А с телефона, да, с телефона клипы не очень удобно делать. Я пробовал когда-то, но... Ну, можно, но из-за этого ты трансляцию себя останавливаешь. То есть, как бы... Пока ты делаешь клип, ты не можешь нормально стрим смотреть. Если с телефона, с компа, ты просто можешь новую вкладку открыть, и все. А с телефона это хреново получается. К сожалению. Ну, как есть. Интересно, что я могу... Понятно. Ну-ка. Вряд ли, да? Хотя... Хоба. Не, ладно. Не получается. Offensive Hill крутой мод. А там посмотрим туда. А, подожди, я же сейчас же могу подать, правильно? Экипировать там.
Пляг. Так. Офенсив от нас защита, да? А, ну, в основном 10% повреждения в ВЧП, понятно. Ну да, но он дорогой, пипец какой дорогой, прям вообще. Очень дорогой. Очень-очень дорогой. Опять это место. Так, мне не нравятся звуки. Судя по всему, там снизу какой-то робот. И походу робот какой-то прям... Блин, если это босс какой-то, блин, выше меня левелом, то это будет подстава, придется убегать. Ты просто не ставишь. Ну. Я хитрю. Так, камеру могу разнуть? Бежать! 36-й левел, какой этап? Камикадзе, блин, а? Фуф. Так, а я же могу отсюда бежать как-то, да, по-другому или нет? Стоп. А зачем я сюда... Стоп, мне вообще сюда как-то надо попасть. Наверное, вот так как-то, да, блин, так. А, блин, я не знаю, я сейчас боюсь отъехать здесь просто-напросто, а. Нужно камеру развернуть и посмотреть, как я могу быстренько отсюда убежать. Сейчас. Так. Ты что, дурак, что ли, а? Кто это делает? Так. Так, бежи, беги. Ух, камикадзе реальный, а. Вот это я похуй. Понял. Сюда очень рано. Надо бежать. Просто беги, не оборачивайся. Да прыгай. 36 уровень, блин, а. Да чтоб я еще раз сюда вернулся, блин, а. А, жесть. Какая жесть. А как мне тогда, блин, мне же надо как-то вокруг обойти это все дело, а? А как? Ну-ка, сейчас, подождите. Проход, по идее, вот там прям, да? Как? Ну-ка. Да не разворачивай ты, блин. Камера. Я не знаю, как обойти туда прям по-правильному, а. Падки эмоционально положила. Нет, я здесь босса убивал. Секира не все можно выполнить сразу, ближе к концу, ближе к концу, лутаешь, проходишь вот пока. Да еще не понятно, где этот сюжет, блин. С этих миссий понабрал, блин, теперь выполняю. Да, жесткие там камикадзе бегают, опасно. 36 уровень, мне кажется, с одного удара меня убьют просто-напросто. Боишься, как и я, но я чисто временно не пропал, у тебя находится еще куча возможностей. Ну, так эти, саб-квесты, почему нет? Выполняем потихоньку. Так, вообще, да что у меня там, блин? Ну, это пока выбираем, соответственно, здесь. Так. А, ну все, вот. Ну это, блин. Так вот, что к Паскалю так и так надо это, чтобы сюжет выполнять, да? Так, ну это засранец. Ну, погнали к Паскалю.
как бы до него побыстрее добраться-то? Ладно, пошли. Разберемся по ходу. По ходу движения нашего поезда. О, Снир, на каком языке поют? На выдуманном. Все, прошло несколько тысяч лет, язык поменялся. Привет, Кичели. С определенных событий будет много легче следовать, ты поймешь. Хорошо, ладно. Постепенно дойдем до всего. Ты тут бегаешь, да? Потихоньку его исследуем все это дело. Жалко, здесь сократить никак не смогу, я просто не долечу. Если бы я хотел, я не долечу туда. Мне персонаж отказывается прыгать выше. Знаете, вот невидимые стены. Игровые условности. Которые никак не преодолеть. Даже если захочешь. Как делать, чтобы начинать с максимальной скоростью бежать? Да, это я знаю, да. Это я понял. Да, не залезь сюда. Невидимая стена. От музыки уж не вен. Я даже подпевал, зарыгался. Ты пропустил такой шикарный вокал в моем исполнении. Мол, спроси у ребят, они не дадут соврать. Точно тебе говорю. Рано тебе. Не, ничего не рано. В играх никогда не бывает рано, бывает только слишком поздно. Ох, как бежит, ох, как бежит девка, а. Ох, как бежит, ты посмотри, а. Нам нужно срочно вернуться в деревню Паскаля, чтобы рассказать маленькой девочке, откуда берутся дети. Ух, классно летит. Пропустил он звук, выключил он на пении. Бля, ну ты спросил. Что, неужели я так плохо пою, а? Да нет, да глупости какие-то, ганфайтер. Ты что такое говоришь, а? Зарагустер не мог про мое пение такого сказать ужасного, а? Ты что? Ты что, как так? Невозможно, врешь. Ты меня обманываешь. Морфинчик даже попросил заклиповать этот момент. Значит, невозможно, чтобы я плохо спел. Не может такого быть. Mm-mm. Это так не работает. И как же она бежит? Как у нее только булки не натираются, а? Вы извините за такие подробности, но вот правда, а? Чем она их смазывает? Великолепен, не переживай, спасибо, Морфинчик. Вот, видите, Морфинчик врать не будет. Я был великолепен. Лучшего вокалиста по НИР вы, ребят, еще не видели и не увидите. Так что смиритесь с этим. Просто смиритесь. Машинным маслом. Не так плохо, на самом деле. Такого умирающего кашалота и оргазмом все. О, боже. Кому расскажу, что я звучу как умирающий кашалот, или как оргазмирующая свинья. О, да. Мои вокальные данные явно имеют очень яркий спектр описания. Тебя не видим, давай на чистоту. Да, без детских они видеть это правда. Тони. Я помолюсь за Тони. Отлично. А это кто? Это какой-то азиат. За какого-то азиата я тоже помолился. Так. Все, можем здесь теперь сохраниться. Блин, вот жалко, из этих точек нельзя путешествовать. Ладно, пешком побежим. До Паскаля мы так добежим. Тихо. Это беспредел. Да, жалко. Бегом.
А что у меня чип какой-то мигает? Или я так понял, что чип сверху слева около уровня мигает, это временные бонусы, да? То есть я с роботов поднимаю, с андроидов временные бонусы. Блин. Было бы, да, очень удобно, действительно. Это временные бонусы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я недоработка, в смысле недоработка? Вот только что. У меня HP-шек было больше, поскольку я подобрал ее с андроида. И вот теперь и HP пропали, и чип пропал. Но все-таки не недоработка, а конкретно временный бонус дают. Так, все, наш шорткат открыт, поэтому будет проще. А, про Fast Travel, ну да, да. Fast Travel немного не доработали. Ну, может, специально сделать, чтобы, знаешь, типа, мы бегали постоянно по этим локациям, изучали их. Чипы навсегдашние, но бонус-то, видишь, какой-то, видимо, дают тоже на время. Так, мы вернулись в деревню Паскаля. Туше, сеньор Паскаль. Так, во-первых, стоп, мне нужно с девочкой поговорить. Девочка, я выяснил, как, откуда берутся дети. Так, я могу вам отдать, да? А, это оно, да. Теперь... Ой, блин, можешь все починить. Ой, я так рад, что мы доверились тебе. Да, теперь мы скоро покинем это место. Да, пожалуйста, помолитесь за наше спокойное путешествие, да. 5 жемчужин дали. 3 средние аптечки, 5200 XP, неплохо. Я теперь знаю, откуда берутся дети. Спасибо, что привели мою сестру домой. Да. Теперь я намного спокойнее, да, себя чувствую. А с этими частями я теперь так хорошо могу двигаться. Да, пожалуйста, возьмите это. Все, отлично, мы починили ее ножки. О, голубая теперь ленточка есть. Все, потерянное тебя завершено. Да, я обещаю, что больше не заставлю свою сестренку волноваться. А чё про фастел выпустил? Ну то, что типа этот. Нужна помощь. Приветики, Настя. Чё такое? Чё за помощь? Уже постримила, да? Фаст-тревел, не работает сторон. Это да. Миленькая музыка. Короче, смотря на Твиче, отчет о трансляции написано требование 4 из 4 на компонентку. А Твич в письме написал, что 3 из 4. Куда жаловаться? На саппорт Твича можно написать. Или, возможно, смотри, возможно, у тебя на предыдущем стриме хватало всего, да? То есть, как бы, твоих, скажем так, требований, там, 4 из 4. А на этом стриме у тебя, например, статистика упала. Возможно, такое быть. А что на Твиче пишет по статистике? Что не хватает? И на этом хватило. Наоборот, поднялись. Тогда саппорт Твича. Единственное, что я попозже могу поискать тебе почту их конкретно. Днями. А, ну дней, блин. С днями такое бывает, да, это тут уже просто не жалость, тут просто тебе нужно еще один день какой-то отстримить. Это, у них очень бредовая система с днями сделана. Это да, там по часам все обычно нормально бывает и по количеству зрителей, но вот с днями, да. У них какой-то день вычеркивается за последние там дни, то есть, ну, как бы, ну, понимаешь, вот ты, например, стримила там в прошлый раз, там, например, в понедельник какой-то, да, а в этот понедельник ты уже не постримила, там, спустя 2 недели, и оно у тебя как бы сбрасывается. То есть это бредятельно у них бывает, да. А ты у Паскаля квест... Да я вроде брал квест у него. Тип прокачка. За мат. Извиняется за мат. Просто попробуй еще один следующий день квест запустить трансляцию. У них, да, это бредятельно бывает. О, вы принесли мне высокоочищенное масло, отлично. О, да, Анимон такая добрая и понимающая. Эх, если бы только андроиды и люди могли жить вместе. Ой, андроиды и машины могли бы жить вместе в мире, да. Как
Кейтон, да. Ну ладно, этого никогда не будет. Блин, Найнес, какой ты засранец, а? Вот реально, девятая задница, так девятая задница. Ну, думаю, нет, да. Да, я благодарен за то, что вы помогли нам. Даже несмотря на то, что мы машины. Пошел вон. Ну, ведь это единственный способ понять друг друга, не правда ли? Да. Что за звук? А что за звук? Это ракеты? 2B, this is an emergency transmission from the bunker. А, у нас есть срочная трансляция из бункера. То есть мы узнали о модели это Голиаф. Недалеко. О, Голиаф! Твою мать, это была ловушка, я знал этого. Твою мать, где-то Голиафа опять проснулись, а? Я не был уверен этой информации. Мячки, обещаю, что разберусь с этой информацией, да. Это не наша вина. Мы здесь ни при чем. Мы потом с этим разберемся. Короче, где-то недалеко в руинах города пробудился Голиаф. Твою ж мать. Ох, сейчас будет. О-хо-хо-хо! Сейчас будет мяско. Ребятки, сейчас будет мяско. Сохранюсь на всякий случай. Дело пахнет Голиафом. Если дело пахнет Голиафом, то сейчас наша жопка будет в опасности. Так, стоп, это сундучок. Блин. Это, у меня есть небольшая путаница из-за того, что нельзя внешний вид поменять. Блин, не туда, не в ту сторону. Не в ту сторону. Налево. Сюда. Здесь спуск. Паскаль говорит, что типа мы совершенно ни при чем. Найнес говорит, что это ловушка. Ловушка. Чё? Почему тогда отвечай на сайте, пишет, что выпал, но все. Попробуй, ну, если, например, на почте написано, что не выполнено все, попробуй, да, через сайт Twitch все это сделать. Там же все эти настройки должны быть доступны. То есть там заходишь, они типа после этого сразу же функцию открывают. Заполнение анкеты. Приглашают. Так, столько помощник гранатометчика. Ура, пригласили. Агнеточно не. Поздравляю, да, нас поздравляю. Так, все. Про тряску молчать. Ты сейчас скажу, что Никита занят. Он бы сейчас уже начал наказывать за тряску. Ребят, никаких спойлеров, вы же знаете. Иначе по жопе получите. Ну, про Голиафа было написано, да, но все, тихо. Все. Сейчас будет. Сейчас что-то будет. О, судя по пыли, да, сейчас что-то реально будет. Он здесь приземлился, что ли? Я ничего не понимаю. Так. Опа, цвет поменялся. Цвет настроения серый. Упс. Ё-моё, лось. Чё, дурак, что ли, блин, а? Так, если лось бежит, значит, реальная жопа начинается. 2B. Команда отправила нам новые летающие юниты. Пошли, давай отправимся к нужным нам... локации, да, хорошо. Дороги в пути. Так. О, так, ракет. О, жопа, я понял. Где летающие юниты? Это что, ракета падает или? Реально ракета падает. Ё-моё. Беги, лось, беги. Так. Где у нас там летающие юниты? В той стороне, небось, должны быть. Спасибо, очень помогли. Всегда рады, всегда рады. Поскорее скулирую. На Дримкасте. Так. А я не повернул, блин. Или повернул, что я не понял. Что туда? Просто прямо. Будет страшно. Так, а что? Прямо. The flight units should be on the roof of that building up ahead. А, это еще не должно быть. But we're not going anywhere unless we pass through that Goliath's legs. We should be careful. Нужно быть осторожными, это очень опасно. Нам нужно пройти под ногами этого Голиафа.
твою мать. У-ху. Вон есть вот сорвало, там уже кто-то воюет. Там кто-то воюет на нашей стороне. Так, под ногами Гряфа, под ногами... О, все, кабанчик. Бедный кабанчик. Ой-ой-ой. А, даже урон не могу нанести. А, не могу. На тебе под жопу. Бежим, бежим, бежим. Все, одного выстрела было достаточно. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Крыша. Нам срочно нужна крыша. Крыша. Криша! Бегом, 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 бегом. Все выше, и выше, и выше. Опа. Ага, уничтожить. Гляф. О, нет. Твою мать. А где? Где летающий юнит наш? Любви! Свою дату. Так, так, так. Где, где? Все, у нас юнитов летающих стырили. Вон они, вон они. А, все, понятно. Ой. Ну, начинается. Я его в прологе ненавидел, да, на... Они его сюда запихнули. У-ху-ху-ху. Я тебе устрою, блин, я тебе припису. Третьего уровня, блин. Третьего уровня, а снимать мне половину хп, а? Так. Опять стреляется в эту штуку. Блин, теперь мне не особо, кстати, страшно, да. Как я теперь знаю весь его мувсет, по сути. Теперь мне еще АНС помогает. И сохранение теперь нормальное есть. Я хочу туда, а туда нельзя. Давайте все у нас. А, кстати, нормально. У меня она так атакует из-за волны со своей. Вот так вот. Выкусила, сранец. Как тебе такое, Голиаф? Так, спасти. Сядем в нашу следующую машину, пока мы еще можем. Быстрее! Быстрее! Гриндайзер! Ухе! Гриндайзер! Ага, будь осторожна, да. Здесь новые антилетающие юниты. Его размеры видел? Видел! Ой, начинается, блин, а. О, еще один! Еще один Голиаф! Серьезно? А? Блин. О-о-о-о-о-о. Вот так вот. У-ху. Вот так вот. Я тебе устрою, блин, а? Сипульку. Так. Это что такое? Понятно. О, нет! Help! Все, level up. До свидания, Голиафушка. Хоть фу, блин, ему в лицо. Все, со всеми справились. Target enemies offline. That should do it for the Goliaths. Цель отрублена, да. Look out! It's recharging! О, берегись, он перезаряжается! Нет! Земля разверглась! Сейчас там резонирует с Голиафа. Что-то все, походу, очень плохо, ребята. Сверху друга, о котором он говорит тебе. Не беспокоиться. Ох ты. Вот это он жахнул. What the... Что за? О, чужие.
Невероятно. The aliens who haven't revealed themselves in hundreds of years. Планетяне, которые не показывали себя несколько сотен лет, все это время прятались под землей. Чужие. Тревога, чужие. Все, ребята, походу, инопланетяне прятались все это время под землей. Какие же тупичные, красивые бои. Да. Не то съело меня, то ж так резонировало. О боже. Кошмар. Только то, чтобы не надо было поднять. Теперь, понимаешь, как надо выкачаться. Да нет, легко качаться. Кто как? Да, скажи здесь слово. Качаться дало точно. Так вот. Блин, какой же классный мех. Не забирайте мех. Йорха, это ваш командир. We've intercepted a signal belonging to the aliens. Да, впервые за сотни лет мы получили сигнал от инопланетян. Это те самые создания, которые стоили восстание машин. Да, если мы уничтожим их, то мы сможем положить конец этой войне. Мы пытаемся анализировать сигнал, но мы еще не получили всю нужную информацию. Нам нужно больше данных. Всем юнитам Йорха. Приступить к включению новых файлов и данных. Классный человечество. Да, я изучил данные с командного центра. Отметил их в нашей карте. Да, похоже, блин, все это происходит где-то под землей, глубоко под землей. Давайте поищем. Надо что-нибудь найдем, если будем очень удачливыми. А если мы будем очень удачливыми? А что сначала к этому сходим, что он нам скажет еще? Давай, отец серого. Или как его там? Ух ты! Какие-то ты чё? А, пришел с добавкой, дитя! Будь осторожен! А теперь я стал еще сильнее, чем раньше. Давай, да. Против модификации спарринга стоит. Да, отлично! Время до новой битвы. Так, стоп, ты. Ё-моё. Ух! Ни хрена себе, ты у нас. Мне Голиафа напоминает теперь, а? Так, у меня копье не под... Нет, у меня... Да, копье. О! А, я его не поднял, да? Я понял. Тридцатого уровня, офигеть. Оба! Ну, меня за один удар, скорее всего, убьет, поэтому, если не пройдем, то сначала левелапнемся, а потом попробуем еще. Ну, хотя бы 20 уровень получим. Оп. Так вот. У-ху! Блин, страшно. Кабумча! Главное люлей не получить. Уйди, Найнес, уйди! Уйди! О! У-ху! Отлично. Стой, больше не надо! Стойте! Ух! Теперь ты счастлив? У-ху! А давайте поговорим об оплате. Какая оплата? Да ладно тебе! Это ты ведь тот из нас, кто хотел участвовать в этом спарринге. Не, неужели вы просили отказаться?
Запросить старого монаха. Ладно, ладно, давай. Даже не начинай. Что он там хочет, блин, а? Давай, давай, давай. Все, хорошо, хорошо. Что ты хочешь на этот раз? Одну ячейку воспоминаний, да. А у меня есть, интересно, нет? Да, на тебя. Эй. У нас есть штука, которая тебе нужна. Отлично, да, все. Хорошо. Неплохо. Все. Еще что-нибудь? Нет. Видите, как отец серва эволюционирует. Молодец. Вообще просто. Лучший. Лучший. Так, что там? Так. Я сходил к нему уже, да. Я не знаю, найди, как расширить буфер чипов. Постоянно будешь со своими тремя слотами. Буфер, а что за буфер чипов-то? Я не понял. Ты имеешь в виду, чтобы вот этот, да, увеличить количество чипов вставляемых, нет? Или что? Чипов и их синтез. Кто хотел на базу гонять еще. Совсем. Прокачку, кстати, ну, не продал. Но это я понял, да. Без прокачки порядка 70 левел нужно, не сами сон накачать, тут надо гриндить. Довольно просто, тут левел сам по квесту поднимается, помню, кто-то сказал, что как тяжело ему было гриндить левел в этой игре. Я даже не понял, зачем это было делать. Он качается и гринил только запчасти, чтобы создать себе чипы. Хм. Доступно слота, чтобы замочек убрать. А, замок, подожди, а это... Это же я у этого пытался найти, подожди, в этом лагерь сопротивления меня первый раз улучшили. Блин, они уже на 17 уровне, а. Когда они успели левелапнуть? Тихо, тихо, тихо. Когда они успели, блин, левелапнуть, правда. Так. Уф. Уф, уф. Ох, охренеть, блин, а. Вот это они бахнули, бабахнули. У меня вот там, да? Да, вот там вот лагерь. Мы начали в лагерь сопротивления сбегать. Ну, то, что нужно, хочу просто. Посмотреть, поболтать с ними. Охренеть. Это что такое? Это пещера, которая появилась после взрыва. Откуда здесь взялась огромная пещера в центре города? Ага, мы получили письмо. Лагерь сопротивления, бегом! Шнеля, шнеля! Рыжих зовут, напомните. Что за рыжих? О чем ты? Так, подожди, это к Паскалю, правильно? Да, лагерь сопротивления вот в ту сторону. Или нет? Да, отлично. Помню, значит, еще все хорошо. 2B, we picked up the signal under the caved in area. Let's go check it out. Получилось, сигнал с пещеры, да, давай проверим. Подожди, я хочу к этим, к сопротивленцам сходить. Во-первых, поспать, восстановиться. Так. А, подожди, транспорт. Ну-ка, ну-ка, о, в бункер, да, да! Да! Бункер. Все, отправляемся. Бункер, бункер, бункерок. Курва. У них много раз вчера сказал, что у него была плойка третья. Побегать хочу, мне бункер понравился по своему внешнему виду. Командный центр, да? Да. Это командный центр. Да, это бункер, просто подведите свой статус. А, поняла, да, про информацию команд, командиру, да.
Где мой оператор? 6-0. Командор, что-то случилось? Нет? Хорошо, тогда да. Возвращайся на свою миссию. Эй, приветики. Решил дать большой перерыв. Вот наш оператор, да, походу, блин. Да. Предупреждение, да. Чужие здесь. Да. Так, бункер, мы получили ваш запрос. Продолжайте вашу работу. Уф. Прям класс. Прям класс. Не знаю, как вам, а мне нравится. Сделать полезного. Вот можно поспать, почитать письма. Ой, так. О, это наш... комната нашего оператора. А, ее самой здесь нет. Она за работой. За работой, девка, а. Что ты в своей комнатке прячешь, а? Хотите сделать перерыв? Да. Я полежу на кроватке на НСА. Пусть постоит, пообегает мой сон. Хочу, да, хочу сохраниться, да. Конечно, хочу продолжить игру, да. Все. Найнес, спасибо тебе за кроватку. Так, это кто у нас? О, предметик. Отличная защита. Защита, защита. Так, о, подожди, это что у нас? О, еще предмет. Так, вот здесь посмотрим, что нам скажут в терминале. Что нам скажут в терминале? О, а теперь его, кстати, здесь нет. Блин, нельзя дополучить к этому доступ. А, и тут не... Понятно, он отсюда ушел. Он отсюда ушел, ну ладно. Допустим. Спойлер, командор нельзя зарматить, даже нельзя по несочной попе хлобыснуть. Эх, отца. Кошмар. Но почему? Ну почему? Семья. Так, командный центр. Наша комната. Так. В принципе, этого всего у нас хватает. Сейчас, ребятки, дайте балкон приоткручу. Тут жарко пипец как, а. Даже не жарко, душно. Фу, блин. Жесть какая-то. Воздуха не хватает. Диспойлера вроде достаточно, что нельзя. У нас не пару видео. Такая годная цаска, когда без черно-белого фильтра. Так вот. Не дают нам. Да, что-то, кстати, здесь куда-то все делись. Куда-то все делись. Что еще мог пропустить в командном центре? Слушай, а сундук здесь брал. Тут ничего, тут. Сундук тоже брал. Так, это сообщение из бункера всем наземным подразделениям. Да. Летающие юниты, не игрушки, пожалуйста. Будьте с ними осторожнее, да. Неплохо. Чтоб андроиды не развлекались с летающими юнитами. Не, что тебе нужно, а? Я занята для анализом сигнала от чужих. Я до сих пор ничего не поняла. Сейчас, да, следят они за инопланетянами. Ладно, все, отправляемся, походу, здесь пока больше ничего нельзя сделать. У нас же одинаковые, да, магазины, да. Ну и все, ладно. Тогда лагерь сопротивления, быстро. Так. Анонимное, нифига себе. Опа, сообщение от анонима с непонятным кодом, который мы сейчас не можем расшифровать. Ага, вашим новым заданием является захват дезертира из Йорха. Ага. Они, короче, не просто так, да, покинули сопротивление, но кое-что и украли там. Нифига себе.
Вам нужно позаботиться о них, как только сможете. Угу. А, это даже прямое назначение от нашего командира. Понятно, ни хрена себе. Это те, которым мы помогли, что ли? Блин. А я им помог же. Надеюсь, меня за это не этот... не укокошат. Посмотрел, посмотрел. Нет, там ничего не было, не... Да, пока что-то ничего интересного. Absent without leave. AWOL. Аббревиатура, которая в письме была. Оператор 2B, да. Beware that the following transmission is classified privilege level 5. A group of Yorha fighters deployed to the city ruins have deserted. We need you to take care of them immediately. But don't get yourself hurt, alright? Да, понятно. Yorha members deserting? Да. And attacking the resistance, no less? Yeah, нападают на лагерь сопротивления. Rogue Yorha units should be captured and detained in order to keep collateral performance at regular intervals. Appreciated. Угу. Их надо захватить. Ренегатов Йорхи. Что случилось? Это ведь из Йорхи, да? Куда ты сможешь? Можешь информацию собрать, да. Пытается найти место с этой фотографии, но, блин, его память повреждена. Но это я знаю, где это не особо пока, понятно. Я понимаю, что вы очень заняты, но если вы поможете, я был бы вам крайне благодарен. Хорошо, могу восстановить тебе твои воспоминания, твою память. Ну, одни координаты я тебе скажу. Наверное, сейчас даже смогу. Или нельзя, или надо конкретно прям прийти, да? Вы нашли одного? Нет, понятно. Понятно. О, еще один появился, да. О, это просто великолепно. Эта голова, она просто великолепна. Блин, посмотрите, наденьте, вы сможете видеть целый мир. Ага, спасибо. Отпроси меня что-нибудь, все что угодно, да. Неплохо видно 3D-карту. Что происходит на... в мире, что такое черный ящик? Ну-ка. А, ты слышишь меня? Эй, вообще-то это то, что находится... в членах организации Йорха, да. То есть внутри вас. Я не особо с этим знаком. Чернячка является небольшим реактором. Основно во все юниты Йорхи. Понятно. Недостаточно, да? Ну, ладно. Спасибо, я что-нибудь еще не хочу, все. Вы можете спросить меня все, что угодно. Так. These places look familiar. Это знакомо. One looks like the desert. А, это он, понятно, это он квест обсуждает. Это похоже на пару, другой похоже на пустыню, третий похоже на этот. Понятно, да, хорошо. Тут он резко начал думать о квесте, который мы получили по восстановлению памяти. Дезертиры. Типа свалили, не предупредили. Да, понятно, понятно, да. Про дизгайв запускает. Не, пока еще нет, пока еще рано. Пусть автоматит. Нормально же вроде сидим. Так нравится автомата, что после некоторых 100 тысяч... 1500 часов, хочешь чего-то другого? Охренеть. Охренеть. 1500 часов. Хотя ладно, здесь ничего, ну-ка. Могу ли я еще у тебя открыть апгрейд-код? Атака, да, увеличивается, понятно. У меня нет ничего для этого. Фьюжн. Блин, только стоимость повысится. А, ну и ранг повысится. Ладно, подожду пока. Хотя можно, в принципе, и шоку. Так, ну-ка, ну-ка. Ладно, подожди, а что я могу купить? Все. О, могу еще купить себе. Могу еще купить. Тридцаточка, блин, тридцаточка дорого. Ну ладно, давай. Давай. Все, больше у меня нет денег.
Отдыхайте любого удобное для вас время. Так, ну-ка, ну-ка. Чипы, 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 чипы. Во-первых, нервы все Дракенгарды. Автоматы не играл ни во что. Но очень хочу. И оружие торговцев. Не, не скупил мне. Пока не надо мне. Буфер купил. Может, по этой рыбу это купить еще. А, кстати, а, подожди, рыбу просто продавать или можно ее кому-то активному сдать? Подожди, вроде как смотрел, там что-то можно было с ней делать. Так, все чипы. Так. Все чипы. Ну, посмотрим. Это то, что у меня экипировано. Да, это то, что так. Атака. На 2. Я думаю, надо мне их все-таки сфьюзить, но у меня денег уже не так много осталось. Шоковая волна у меня по... Стоп, у меня шоковая волна сейчас сначала, да? Да, вот она. Это все, что у меня еще есть. Так, шоковая волна, защита. Так. Делает вас неуязвим на 150 секунды. Offensive heal. Deadly heal. Ага, вот, это вампиризм получается. Дает установить по 5%. Так, делаем этот. Делаем этот. Ага. Уклонение повышается, да, на 10%. Дистанцию для уклонения. Скорость передвижения. XP побольше будет. На 2% больше XP. Так. Там не стоит ромбик, это лучше используемого. Лучше, да? Блин, а сейчас что бы? А нельзя, да, так просто взять и поменять? Ну, заменить его. Блин. Надо прям конкретно, да, тогда менять будет. Так, смотрим. Что у меня там? Auto-use item, да, ну-ка. Auto-use item. Блин, здесь не написано, какой из них. Чтобы поменять-то, блин, а? Неудобно. Неудобно. Так, ниже 30% на 10, да? А здесь... Подожди, нет, стой, вот у меня есть, оно 15 лечит. Я прикоплю, потом еще у вас автомат теперь пойти, у кого-то звоните. Деньгоха будет его. Соньки проходить, наверное, щедрым морфином. На 6-й Соньке. А ДХЗ в каком порядке надо запускать ночь после прохода реплики. Ты чипы не апаешь. Денег нет. Даешь, но выставишь, потом жмакаешь на оптимизацию. Блин, ну это... Конкретно так. Получается, ромбик лучше, чем... Непонятно. А, ладно. Скорее всего, просто не лучше, а дешевле. Так, шоквейв плюс один, да? Так. Оптимизация, отлично. Так. Еще могу себе, да, позволить. Могу позволить себе еще. Атака. На 2%, да. Я так понимаю, что лучше всего те, которые занимают меньше всего ячеек. Правильно же, да? То есть, как бы, ну вот, они получаются все одинаковые, но вот это будет лучше, чем это. Это же занимает меньше места.
блин, 2% это, конечно, вообще ни о чем, по сути. Ну прям. Совсем-совсем ни о чем. Max HP, Evade Range. Так. Скорость. Что еще могу такого себе поставить хорошего? Так. Это не то, что уже стоит. Shockwave, Shockwave. Это плюс 2 на 7. А это 6. Да, Shockwave 6 и 2 на 7. Shockwave 6. Ага. 2 на 7. Ну ладно. Так, на 120% да, увеличивается. Ну, конечно, неплохо, но... Такое дорогое. Кошмар. Так пока сделаем. Блин, XP бы еще, конечно, себе. Ну ладно, хватит пока. Оптимизация. Хватит и такого. Румик самый дешевый склад. Все, теперь уже понял, да. Все равно лучше. Меньше места занимает. Сюда. У меня, оказывается, есть НИР-репликант. Ну ты имеешь в виду оригинал НИР? У него бабок пока не особо. Это да. Есть такое дело. Дорогуста, все уже со всех решил. За 1500 часов, наверное, и давно найден. Чем больше плюс, тем лучше. Короче, ловит. Да, ну тут вообще везде хорошая музыка. Пока что она мне везде нравится. Посмотрим, конечно, как будет дальше. Но... Так. Подобрать. Отобрать. Можно дальше идти по сюжету. Сохранимся только. Опа, опа, опа. Да почему нельзя, блин, а? Не могу тут получить доступ, блин. Вот падлы. Вот падлы. Так, блин, делают, это плохо. Допустим, два небольших типа на скорость по плюс 10 лучше, чем один большой на плюс 20. Свою математика. Да это я понял, да. Да, оригинал в пленке, японка для. А, у меня американка на плойку. Нет, не американка, европейка, потому что текст на коробке на русском языке. И мануал тоже на русском языке. Тот случай, когда игра на английском, но мануальчик сделали на русском. Как вам такая логика, а? О, как, блин, да, мне нравится переклоняться. С контратакой. Это прям ух. Фантастически. Это прям бомбически. Подгоняет Брюгоха в них играть и Морфина вспоминать. Боже, дорогуста, блин, 1, 2, 3, 4, 5, с детства с рифмой я дружу. Если я не поставил одну смартфон, наверное, больше минимального, если не хватит. Может увеличить. Да, я только что это заметил, когда мог, скажем так, зафьюзить два чипа на атаку. Все, хватит проветривать. Уже прохладно становится. Было сначала жарко, а теперь прохладно. Вот, когда начал... Два чипа совмещать, да, они левелапаются, но и от этого увеличивается их вес, скажем так. Завидую. Столько времени взять в жизни, чтобы столько успеть поиграть. Нигде, честно, Марфич, нигде. Надо, но получается... избирательнее подходить к играм. Вот то, что прям конкретно ты прям очень хочешь, да, пройти, или там, ну, не очень хочешь пройти. Опа. Май. Май. Ну-ка. На тебе. Я знаю, что это твое тело, засранец. Это ж получается... Блин, это получается, что, мы в самом начале игры по Голиафам так бегали. Вот это же, ну, это тело Голиафа. И вот мы так в самом начале бегали по телу Голиафа тоже. Ну, прям конкретно в прологе, в самом его начале. Из рук оформит карту, понятно. По вашей ссылке до 14-го. Чё мы там сделаем? О! Банк. Хочет, чтоб я... А, бонус, а ему... Так, вам бонус, а ему бесплатное обслуживание карты. Ребят, никто не хочет банковскую карточку себе открыть, а? Я вам ссылочку дам. Да, дожили.
Да, он... Да, осознал. Я понял. Я понял. Так, а здесь секретик какой-то, нет? Вряд ли. Хотя, может быть. А, это же ребята из Йорки. Опа, да, ребята, модели 22B64B. Понятно. Ребятки, они пришли за нами, идиот! Приготовься сразу с ними и проинформируй капитана. А, поняла! Ребятки, вас изыскивает командование, да. Хватит сражаться, им завайтесь, быстро, заткнись! Где? Где? На НС. О, вот это пошла жара, вот это я понимаю, блин, я мочил его среди. Вот, ой, блин, а себе. Нет, не очень хорошо. О, отлично, отлично, отлично. У него проблема, у него проблема. Так, до свидания. У-ху! Блин, а я их не понимаю, кстати. Так. О, нет. Так, проблема. Копье не очень хорошо подходит, потому что когда я начинаю пикировать. Нет! Ну-ка. Когда я начинаю пикировать. Капитан сообщил нам отступать. Поняла. Не дадим отступать. Она убежала! Девка убежала! Его он Куда? Они убежали. Ах они. Куда сбежали, блин, а? Оу. Блин, опупенная. Блин, дальше не запрыгнуть, да? А, не запрыгнуть? Ля-ля. Понятно, все. Дальше, да, вот уже дальше нельзя. Только не падай, только не падай. Там проблема, да, какие-то? Ваш вопрос. Что такое? Что такое? Может, нельзя. Не нашел как. 9S. Да, я сейчас буду работать. Пьясы, встречаться с Ахным Бамом и читать книги. Моя подлинная страсть. Чем может нашел это разрешал? Мне осталось всегда подбирать идентичный размер для слияния. Стойте время с Гохой. Это да, это приятно, потому что самое время тут разделяют. Пушки только убил. Бункеры бэкапы. Насколько помню, каких-то условиях они выгодны, не знаю, с некоторых. Реквизиты банка как запа. Я пока никак, но я делал, получается, оставлял типа чек. Ну, чтоб мне высылали, да, из Америки, типа чек, но так как из ними у меня никаких отчислений. О, да, ускоряемся, А, с ним можно поговорить? Можно. Извини, приятель, я не хотел тебя убивать. А, так как никаких отчислений у меня от Твича не было, ну и тогда как бы у меня что, с подписчиков никого не было. Эй, вы, ребятки, приветик. Как у вас дела? Вот, тогда подписчиков никаких не было, бицов не было, поэтому я просто запомнил, типа, знаешь, так, на обум. Типа, допустим, чек высылают. Вот, но сейчас, по идее, мне нужно уже тоже обновить данные, то есть свою карту там добавить просто-напросто. Ну, чтобы Твич начал что-то выплачивать. Ну, это надо смотреть, тоже проверять. Потому что первая выплата у Твича начинается со $100. То есть, если тебе, на тебя подписываются и донатят бицы, и у тебя сумма всего этого накапливается на $100, тогда у тебя происходит первая выплата от Твича. Вот так это происходит. Это еще кое-что начинающий на бэк. Откусил. Таска отделение по Сбербанк. А это можно обратиться непосредственно в свой Сбербанк, и они тебе вышлют реквизиты на английском языке нужные. Жизнь, простишь себе, или смерть? Да, жизнь так скоротечна. Словно выпущенная из лука стрела. Давайте посмотрим, кто из нас будет быстрее. А как? Погнали! А что надо делать-то? А что надо делать? Я победил. О, here we go, да, первый чемпионат на скорость. Ага, фишная черта прямо там. О, понятно, гонки.
Давай, только ты, я друг. Давай, быстрее. Три, два, один. Погнали. Я бегу, я бегу. Я быстрее, я быстрее, я быстрее, быстрее. Самый быстрый, самый быстрый, самый быстрый. Быстрее, 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 быстрее. Бегом! Бегом! Шнеля, шнеля, хэндахох. Быстро, быстро. Туду, 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 туду. Это что такое? Понятно, это все пещера, блин. Это я понимаю, что пещера. У меня здесь другая миссия. Блин, 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 почему такая большая пещера? Уху! Я победил. Я победил. Ну-ка, что ты мне за это дашь? Уу, неплохо, неплохо. Ты такой быстрый. Нет, ты очень супер быстрый. Ну, ты понимаешь, о чем я, да? Да, да, я... Надеюсь, мы еще с тобой сможем посоревноваться. Хорошо. А дай мне что-нибудь, нет? Нет? Эй, привет, привет, привет. Хочешь снова со мной посоревноваться? Отлично, да. Я в ожидании. Ну, потом мне. А чё мне? Ничего не дали, да? Вообще ничего не дали. Чемпионат, блин. Я с ребята вас почитаю. Чего там что-то спойлер, что ли, начали? Чего там хотите завязывать? 3, 2, 1. Блин, а как мне то быстрее по крыше, да? Вот так вот. Он меня подкупает. Смотрите, тут всякие предметы валяются рядом, а? Это специально так придумано, чтобы я на предметы отвлекался. Точно вам говорю. Блин, он напрямую. Блин, он напрямую летит, это нечестно. Нечестно! Not fair! Not fair! Нет! Куда? Куда? Не-не-не! Иди нафиг, иди нафиг! Я быстрее, я быстрее, я быстрее, я быстрее! Нет! Я быстрее. Да, я хочу, блин, я хочу победить тебя. Титан, я такой крой попил один из этапов. Помню этого гонщика. Оф. Так, еще раз попробуем. Получится, а потом с ним посоревнуемся. 3, 2, 1. Погнали, погнали. Так, так, а как мне быстрее можно это сделать, а? Блин, только если так, да? Уф. Уф. Быстрее, туби. Быстрее. Еще быстрее. Блин, он опять меня опережает. Извини, нет, 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 сволочь. Какая ж ты сволочь. А кто там снизу у нас? Тут еще какой-то квест, что ли? Ну-ка. В этом здании, что ли, квест или где, блин? Что тут кружочек непонятный. То ли на крыше, то ли, блин, где-то рядом. Я не понимаю, что это. А, вот здесь, наверное, да? Ух ты, андроид. Так, давайте хоть я вас почитаю тут теперь, а. Чего вы там писали-то? Гонки луч квест. Автомат на последние сотни часов началась такая же, за что дальше некуда самоубийство. На лосо. На лосе стадолось из-за ограды, лоси пекунгущие танцуют. Кан-кан, используя препараты и так далее. Бог, пожалей меня, включай дизгаю. Так, смерть, бесконечный цикл спирали жизни и смерти. А тебе платит Twitch? Twitch платит, но... Не так, не совсем. Платит за подписки и за битсы. Вот за это Twitch платит, а остальное нет, пока не платит. Что так, как, блин. Там нужно очень много всего. Сейчас, ребят, я буквально на 3 минутки отойду. Прям посидите, ладно, пока, послушайте чудесную музыку.
Так, я тут, сейчас. Что там? Спросил зачем. Так. Смотр уменьшает количество времени для того, чтобы победить. Что исключать мод, чтобы победить в квесте, охранять. Это не сюжет, вообще-то прогонщик. Это в следующей главе за него играть будем. Да я понял, да. Панзов, это шутка, да. Не заблуждение, знаешь, ты next раз отца серого. Тут засранца, а. Ох, вас понесло-то, ох, вас понесло. Посмотрите, дай хоть квест у него заберу. Эй, вы же из Йорка, да? Да, похоже, да. Эй, ребятки, да, это хоть и обыденно, не могли бы мне помочь, а? Мне кое-что нужно получить. Понятно, короче, у него опять что-то роботы украли, какие-то плагины, чипы, понятно. Хорошо, да, помочь. Все, пока. Все, я понял. Я тебе потом когда-нибудь помогу. Signal code detected for missing plug-in chip. Marking approximate location on map. Туда, да, нам. Блин, сколько всяких пипец у меня. Смотрите, сколько всяких маркировок на карте появилось, а? Охренеть не встать. Как она красиво это делает, а? О! Ни хрена себе! Охренеть, смотрите, у меня новая, блин, контратака появилась при помощи моего дрона. Значит, контратака есть на квадратик, это подброс. Контратака есть на R1, это выстрел резкий. И надо еще на треугольник попробовать. Оп. Страшно, блин. О. Так, дай попробую. О, нет! Треугольник она вот так вот делала. Понятно. Хорошую контратаку провел. Нормально, ребят, все хорошо. Контратаковал. Это очень странное. Очень странный враг. О, ну черви, ну понятно, да. У меня второй червяк. Черепокнул. Второй червяк меня черепокнул. Ах, мне напоминает некоторые моды для МГС-5, благодаря которым в вертолете попы крутит оцелота, вместо птиц летают с хилантропа, а ты говоришь, что нас понесло. Мы еще даже не начинали. Вот это у вас наркомания понеслась, ребят. Вот это, да это я понимаю. Вот это да. Ну, еще минут, наверное, 10 с вами поиграем. Будем заканчивать. Может, 15. Не знаю, пока не буду обещать, что будет еще один стрим сегодня по Disgaea. Посмотрим. Ох, поперло-то вас-то, а. Мне нужен срочно свой труп, да, что это такое? Пещера, пещера, понятно, да. Где тело? Мои тубишечки. Стоп, я не вижу тело. Блин, а как быть получше-то? Так вот, что мне даже сражаться, наверное, не надо, мне просто надо бежать, да? The ground is caved in. There must have been a hollow down there this whole time. Все это время оно находилось здесь, да? Пещерка. Блин, ну пока он так. Нет, так я его не убью точно, если так будет здесь. Ладно, хрен с ними. Просто пес с ними. Прыгаем! О, я сникался. Понятно, это нифига не секретик. Надеялся, что это будет секретик. Ну, зашибись, да, на. Это упали, так упали. Так, карта. Что у нас по карте?
По карте непонятно. Куда? Туда, туда. Значит, наверное, сначала пойдем. Стоп, а где я? Понятно. Понятно, что ничего. Мы короче, куда-то упали. Вон там вот. В низинке. Нет. Нет, 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 нет. Никаких секретиков. Никаких секретиков. Если в одной из этих пещер. А чё, они мирные? Я их уже убивать хотел. Ну ладно. Позволяет цепляться за под видопадыш, да? Именно так. Вот пробил жмак и... Никаких тайн, говорю, все как есть. Сыц! Сыц, кому говорят. Опа. This hallway looks pretty old. Опа, походу здесь все очень старое. Киван. Это косматые геологи, ребята, видите, они не дают нам здесь копаться. Они что-то от нас скрывают. Ну-ка, вот так, ой, хорошая, да, тревонечка, она так хорошая. Очень хорошая. Блин, классно. А где там всякие наскальные письмена, все дела? Чё, или инопланетяне таким не занимаются, да, слишком, блин, продвинутые для такого? То есть факелы им нужны, да, а наскальные письмена не нужны. Ух ты, ё-моё. Кто-то разбором пользуется. Автохил. Так. Становится интереснее. Мод для книгов выпал. Закрыто, да, да. Strong software logs detected. Access impossible. Ага, доступ невозможен, понятно. Ну и ладно. Блин, прикольно. Оп, оп. Главное, что фонарик есть. Критов. Для критов. А у меня места же больше не было, да? Или было еще небольшое место? Было, но не особо много. Не особо много, не особо много. Так. Критика лап, но не хватит, да, да. Слишком много. На один. Ну это пипец, конечно. Вот это вот. На 1-2%. Это что такое? Что это такое? Скажите мне, блин. А как это обозвать? Каким языком? Ух ты! Господин Бур, давайте поспокойнее. Изучаем пещерки. Всякие темные, влажные. Да. Исследовать подземные пещеры. Look at all these dead machines. Seems like they've been here for a long time. Да, они здесь очень-очень давно валяются. Все начинается. Давайте в космос нас отправлять, я прям буду кайфовать. Где там, походу, сейчас космическая станция пришельцев? Что это за место? Я не знаю. There's nothing like it in the database. У нас в нашей базе данных ничего подобного нет. Уф. Не знаю, что там отправил, ну ладно. Адекватное значение. Просто поезд ранних костюмов. Уф, 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 уф. Блин, красиво. Опа, опа. Ну понятно, ну понятно. Кто это? Опять этот мужик, который родил другого мужика. О! Пришельцы, пришельцы! Это же dead? Они мертвы? Туби! Туби, посмотри! Оу. Destroyed alien motherships.
уничтоженный корабль пришельцев. Добро пожаловать. В могилу наших создателей, на кладбище наших создателей. О боже. Сейчас будет драка. Понятно. Ты, осторожнее. Меня зовут, что там, кого-то. Аркадия. Меня зовут Адам. Адам. Да. Пришельцы, которых вы ищете, здесь больше нет. They were wiped out centuries ago by us. Сотни лет назад. Нами, машинами. Уничтожены? А кто знает? Almost like plants, I guess you'd say. They held no value to us, but the humans on the moon, now they are interesting. Because they are an enigma. They killed uncountable numbers of their own kind, and yet loved in equal measure. It's fascinating, don't you think? What could possibly drive such behavior? We have dedicated ourselves to unraveling this riddle of humanity. And now we will allow you to assist us. You were made in their image, after all. Класс, я умер. Предлагаю вам присоединиться, да, помочь нам. Уф, не знаю, загадка. Все тела только руинят. А что там будет босс? Морфин Гранатометович. Морфин Гранатометович. О боже. Охренеть. Да. Ну не люди, а на Марсе новый босс Морфин Гранатометович. Зарагустра. Откуда? Блин, а нас уделали, да, это хреново. А интересно, ну да, автосейв же, наверное, хотя может быть и... Как-то работает непонятно. Ага, ну отсюда. Так, мне нужно свое тело. Dead body свой поднять. Где мое тело? Где мое тело? You to be. А вон. Look out! Поберегись. My name is Adam. The aliens you seek are no longer here. They were wiped out centuries. Eh? Can I kill him yet? They were wiped out centuries ago by us. Блин. The machines. Wiped out. And who knows? Perhaps we'll wipe out the androids next. Machines are weapons capable of evolution. We can grow. We can become aware. Eventually, the intelligence within our network began to surpass that of our creator. Охренеть, не встать, а? Это реальная задница, а? Интересненько. Очень интересненько. Да, он меня с одного удара убил. Прям... укокошил, я бы сказал. Походу, здесь надо, может быть, время тянуть и просто уворачиваться, не знаю, попробуем. Потому что я вообще практически ничего... Ну, вообще не наношу толком ничего. Хоть показано, что там по 80, по 100 отнимаю, но... Судя по шкале здоровья, я ни хрена не отнимаю. Они 16 уровня, как и я. Так что это вдвойне страннее. Да, ева, блин. Его мне сбежать надо. Возможно. Прикольно, то, что если я начинаю стрелять, он спрашивает, типа, можно я его уже убью? А, я 15-го, а не 16-го. Perhaps we'll wipe out the androids next. Machines are weapons capable of evolution. We can grow. We can become
вообще ничего не Eventually, the intelligence within our network began to surpass Вроде по 80 отнимаю, но... You'd probably be surprised at how quickly it happened. You destroyed your own creators? Oh, there's no Что, need. Своих собственных Охренеть, я уворачивался. Я не понимаю что-то, ребят. Что-то я не понимаю. Что-то я не понимать. Ать, я не понимать. Надо почитать, там может какое-то задание написано, что надо сделать с ними. Да вот я и думаю, что да, скорее всего, просто нужно время тянуть, пока они болтают. Вероятнее всего. Нет, прям. Хоть разорвись. Пятница. Пятница, поэтому, думаю, все и стримят. My name is Adam. The aliens you seek are no longer here. They were wiped out centuries ago by us, the machines. Wiped out? And who knows? Perhaps we'll wipe out the androids next. Machines are weapons capable of evolution. We can grow. We can become aware. Eventually, the intelligence within our network began to surpass that of our creators. You'd probably be surprised at how quickly it happened. You destroyed your own. Блин, еще знаешь, что меня одно? Oh, there's no need. Раздражает то, что they were simple. В разных плоскостях еще деремся. Непонятно, когда. Plants, I guess. Где-то меня могут достать, а где не могут. They held no value to us, but the humans on the moon. Now they are interesting. Why them? Because they are an enigma. They killed uncountable numbers of their own kind. And yet loved in equal measure. It's fascinating, don't you think? What could possibly drive such behavior? We have dedicated ourselves to unraveling this riddle of humanity. And now we will allow you to assist us. You were made in their image, after all. Assist you with what? It's simple. We need you to locate the humans on the moon and bring them to us. Они хотят узнать о нашем расположении людей, чтобы мы привели их. In order to drag their secrets forth into the light. Surely you see the attraction in this. Нет, Are you что? Insane? We'd never do that. Мы никогда не сделаем Can этого. This to be? Это может быть в тебе. Ребята спятили, а? I suppose this concludes negotiations. The only remaining option. Походу наши the переговоры same way окончились. Так, надо сколько уничтожить вас. Так же, как мы уничтожили этих инопланетян. Уф, жесткие ребята. Да, время быстро уходит. В этом же. Да, прямо здесь. Humans, we'll see, Короче, да, мы уничтожили создателей. Так что уничтожим наших возлюбленных людей. Мы увидим, кто из нас победит. Они исчезли. Охренеть, блин, а. Уничтожили своих создателей. The aliens were already dead. Да. Значит, пришельцы были уже мертвыми. Да, нам нужно вернуться в бункер. Опа, наконец-то нам теперь по сюжету надо в бункер вернуться. Вон, кстати, всех. Просто всех задушили, блин, а. Пуповиной, блин, придушили их. Охренеть. Два засранца, блин, два... робота, как андроиды, уничтожили, блин, всех пришельцев, которые, в принципе, подарили свободу машинам. Чё? Гош, лучше спасибо большое, Морфинчик, спасибо, справились. Так. Такое мощное существо, что не ворот. Так, поэтому он такой мощный, да, когда японцы стреляют, их не победить. Гош, стример супер-пупер, спасибо большое, спасибо, очень приятно. Так, тоже здоровые дела. Ничего страшного, ничего. Back this way again? What a pain. Stop complaining. Хватит рассуждать, да, хватит жаловаться. Вообще-то я тут звезда. Перестанет. Так он Эру любить должен, а не меня, все правильно. Чё? Не то. Почему описка? Почему? Тебе хватит на многих. Пипец, опять, да, через пещерки. Ну это мы левел получили после боссов. This is Operator 6-0. We now have an operational transporter in the city ruins. We're attempting to deploy them at other points as well. Руины города.
About time we had access to those. Care to fill me in? Transporters? They let you transfer your consciousness to a temporary body back in the bunker. I heard some tech guys talking about it a while ago, but I didn't know they finally got it working. Anyway, I'll mark the positional data on the map. Не знаю, что они заставили ее заработать. Она была давно в нашем распоряжении, но она не работала. Классно, классно. Транспортер. Тихо. Совсем справится. Так. Там секретик, который мы... Ну, короче, ничего больше. Опасный Роботунзе. Да, всех убили. Нет, не всех. Еще один остался. А теперь всех. Супер. Любовь. Так, я пропустил, я победил. Ты пропустил, я победил. О, классно, лестница. Джекас, эй. Как ты себя прошел, Сцом, вот ты? Да, ваш командир сказал создать здесь новую точку доступа, так что я и сделал, да. Макси, мы перетекли вам транспортера, спасибо. Next time you see her, give her some lip for me, will ya? So this has a transporter now, huh? Передайте ей привет, когда в следующий раз увидите с ней. Transporters are pretty handy. They're way faster than flight units when it comes to traveling between Earth and the bunker. Полезная штука, она намного быстрее перенесет нас на бункер, чем летающие юниты. Но она, правда, и дороже. Ну ладно. Вот он, да, транспортер. О, отлично. Получена точка доступа, телепортация. О, теперь можем перемещаться среди этих терминалов. Круто. Супер. Да, нам сначала нужно разблокировать их, прежде чем перемещаться между ними. Понятно. Это логично. Починить. Логично. Построил в игре есть, что ли? Есть, круто. Смешно. Так, транспорт. Наконец-то. В бункер. Возвращаемся в бункер. Упс. Погнали. Что записка такая, она такая безгранична. Описка. That concludes our report on the events surrounding the alien wreckage. Then they were dead this whole time. The Council of Humanity needs time to formulate a plan. Until then, this information must be kept confidential. Speak of it to no one. Of course, your next mission is to gather additional intel on the individual known as Pascal. Ваша следующая миссия. You mean that freaky machine we ran into? Знать побольше о Паскале. Вы имеете в виду, это странная машина? Да. Это прямое задание от консула. Понятно. Хорошо. Консул дал нам прямое задание. Выяснить все, что можем про Паскаля. Вот так вот. О, что-то не там. Да, никогда не ослабляй свою защиту. Слышишь меня? Если в опасности, да, лучше отступить. И запросить... подкрепление, дождаться подкрепления. Ты меня слышишь? Эй! Я слышу на тебя, да. Да, да, когда сражаешься своими, вместе со своими товарищами, ты не можешь просто взять и убить, сбежать по-любому. Да, хорошо. Не может просто так бежать. Так и искали. И что происходит, да? А, ну ладно, я думаю, все мы в порядке. В порядке? Да, задание теперь кажется намного легче, или, возможно, я просто к ним привыкла. Да, надо делать местами, надо делать свою работу просто великолепно. Эх, я начинаю скучать по тем временам, когда она нуждалась во мне. О, письмо.
О, сундучок. Оля-ля, 3000 монет, отлично. Я думаю, сегодня мы на бункере закончим наш стрим. Ну, игра не проработана, да. Кто мог подумать? Куда? Куда? Ну-ка наверх. Чипс там мультик. Не хочу я пока, нет. Не хочу. Man, the commander sure is a slave driver, huh? And now we have to go back to the city ruins. О, да, блин, командир вечно нами помогает. Теперь надо вернуться. Why don't we rest a little bit, 2B? В руины. It's been a while. Эй, почему надо отдохнуть тебе? Нам нужно Мы уже давно не отдыхали. Да я отдохну, если посчитаю нужным. Так, во-первых, все, убираем предметы. Хватит с бантиком бегать. Так, убрать. Интересно, как земля выглядела, когда там жили люди, а? Так. Ну, не то чтобы я знаю, как выглядит земля прямо сейчас, да, так что, ну, я думаю, ты меня понял, да. Я тоже никогда не была на земле, о чем ты вообще говоришь, блин? Как она выглядела раньше. Ура, чё такое? Чё ура? Чё я пропустил? На что я отвлекся? Так, чё там? Да, я плохо себя чувствую. Да, с ним все еще все плохо, да. А если мы будем жить в мире, мне больше не придется летать. Слишком плохо ему, да. Эдка, ты ведь уже общалась? Ты ведь та самая, кто общалась с машинами, да? Да, я всегда говорил, что хорошая машина — мертвая машина. Да, я придерживаюсь своего же мнения. Я никогда не доверюсь машине. Никогда. Они наши враги, враги нашего человечества. Они пытаются убить наших товарищей. Теперь они, блин, да. Хоть пусть мне как будто они являются ее хозяином. Бант снял. Понял. Да, это все будет просто бесконечная война. Интересно, где их руководство скрывается? Да, но все будет кончено, как только мы уничтожим всех этих пришельцев. Я надеюсь, что они поторопятся и покажут свои смазливые лица. Опа. 2B? Это ты? Да. Да, но... О, слава богу. Меня зовут 16D. Угу. Мой инструктор 11B входил в твой отряд, когда вы напали на заброшенную фабрику. Я не думаю, что она... Да, ее подбили во время сражения. А, понимаю. Ой, да, позор. Как это все грустно, да, она была ближайшим человеком ко мне. Ну, конечно, моим ментором, да, моим учителем. Она была очень сильной. Что случилось с ее телом? Я не знаю. Да, я знаю, что, блин, мне не стоит об этом тебя спрашивать, но... Если вдруг ты найдешь ее останки, не могла бы ты принести их мне сюда, да, вернуть мне их? Не то чтобы это приоритет, но... Да, я была бы тебе благодарна за это, да, хорошо. Я пригляжу за это, присмотрю, хорошо, спасибо тебе. Так вот. Так, вот, у нас есть какая-нибудь информация о черном ящике... 11B? Нет, отрицательно. Ага, ее ведь открыли. Так, ее, короче, отрубили рядом с заброшенной фабрикой, да? Понятно. А теперь у нас появилось место в заброшенной фабрике. Ух, какие, блин, какие же классные у них эти роботы, а. Ох, как, блин. Ну как мне этого Зеноблэйда во втором не хватало. Вы бы знали, а. Как мне этого не хватало. Так, сейчас быстренько еще по бункеру побегаем. Сохранимся, да. Ох, нифига. А что эта камера так поменялась, интересно? Интересно. Что там, 7B? Ничего. А, она отдыхает. Ну, все отдыхает. Что еще здесь? 8B. Опа.
А, я знаю тебя, ты та самая, кто сказал нам о мирном предложении от машин. Как думаешь, можем им доверять? Ну, блин, мы так долго воевали с этими металлоголовыми, да. Так что даже не знаю, блин. В любом случае, если это сработает, то, блин, на Земле наконец-то воцарится мир. Так что да, возможно, стоит им доверять, ребятки. В таком полетать. Да, да, определенно, да. Просто, блин. Всеми руками за, всеми руками да. Блин, тут постоянно меняются андроиды. О, приветики. Ты еще не опробовал наш новый продукт, нет? Он великолепен, я сделал сама, так что да, посмотри. Что, у нас там новое что-то появилось, не? Да вроде бы нет. А что тогда? Что он тогда выпендривается тут, а? Купить вот так вот. Блин. Так вот. Походу, каждый раз тут андроиды погибают, и вон их новыми заменяют. Потому что, видите, комнаты меняются. Название для комнат. Так, на NS. Это ничего нового. Ничего нового. Ребятки, о чем? Эй, что же надо делать теперь? Вообще не вернулись. Так, Сиксо уже. А, это наш, кстати, оператор, комната нашего оператора. Small G-Lock. Больше ничего нет. Кстати, такие летающие костюмы уже делают, только без вооружения такого же. Хотя нет, так убрали не надевать. С ним было бы тяжело летать. Когда-нибудь в далеком-далеком будущем. Так, это ангар, правильно? А где моя комната, дали? Туби, вот. Ты чё прыгаешь? Ты чё? Совсем что ли, а? Совсем спятил. Давайте, да, все, полежим. Сохранимся. И хватит на сегодня. Я думаю, здесь Гайю сегодня уже не буду пускать, потому что по времени уже много. Чуть-чуть пораньше лечь спать. Если, конечно, получится. Здесь Гайю-то она потом оставим. Может быть, на... завтра, может, на послезавтра. Паки в военной сфере невыгодно, дорого и неэффективно. Это пока. Кто знает, что будет в будущем, правильно? Кто знает, какими их потом сделают, и как вообще это все будет выглядеть, как это будет работать, и насколько это будет эффективно. Время покажет. Все-таки в игре в каком? В 5000 каком-то году все это действие происходит. То ли 5200 год, то ли что-то около того. Поэтому да. Ребятки, спасибо, да, что остались со мной на стрим до конца. Посидели, посмотрели. Вот. Увидимся с вами либо завтра, там, либо... ну, либо на выходных, да, либо там в начале недели. Поглядим. Ну, давайте. Всем доброго вечера. Кому-то уже доброй ночи. Хорошего вам отдыха. Уже все, да, Зарагусарь, я подустал. Надо отдыхать. Эти вас на Зены перекинуть, дисгаю четвертую. Вот увидимся с вами, да, на днях. Давайте. Всем доброй ночки. I never quite realized how beautiful this world is. The commander's put me in charge. Давай, добрый вечер, Ганфайтер. Рад был тебя увидеть. Зарагустра, Морфинчик, Флон, всех вас тоже. Настя и все, кто были. Давайте, пока-пока. If anyone is listening to this, there's something I need you to do.